Компания Ильи Ефимова, которая занимается оказанием транспортных услуг в округе, задолжала в бюджет около 5 миллионов. Одной из причин крупной задолженности является то, что в декабре прошлого года приобрели технику, которая не пошла в оборот. Я не смог ее запустить в работу. Из-за этого у меня образовался кассовый разрыв, техника арендная, то есть она находится в лизинге. В настоящее время техника вся находится в работе. До окончания квартала указанная задолженность в полном объеме будет нами погашена. На заседании межведомственной комиссии по погашению налоговых задолженностей в этот раз пришли 13 представителей из разных организаций. Они постарались объяснить, по какой причине возникли долги. Комиссия отработала сегодня плодотворно. Есть о чем похвастаться, что собрали большое количество налогов в бюджет нашим предприятиям и учреждениям Одинцовского городского округа. Конечно, есть и нерадивые должники, которые почему-то не хотят, так как положено, платить по налоговому кодексу бюджет Одинцовского городского округа. Убеждаем, разъясняем, уговариваем. Всяко бывает, но результат сейчас есть положительный. Работа с налогоплательщиками в округе проводится регулярно. Выслушивают всех и каждому стараются дать возможность исправиться, чтобы не довести дело до передачи судебным приставам. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцово».